Россию, Михайловскую Софью, Нерезину Олесю, Райсин Ольгу, Симонову Дарью, Бодрёва Илью, Баланджан Лилию, Суркова Влада, Карбовскую Татьяну, Иващенко Таисию, Штурман Софию, Ермакову Дарью, Лещенко Арину, Амирханову Валерию, Юневу Нину, Строеву Дарью, Ляхова Ярослава, Моисееву Ксении, Лунга Дмитрия. Друзья, вот они, дети, которые сегодня выступали в средней возрастной категории. Наши волшебные, сказочные, самые лучшие дети на свете. Эти аплодисменты им! Самые талантливые дети города Благопрудный. И, конечно же, от фестиваля сладкие призы всем участникам. Дорогие друзья, ну и, конечно же, самый трогательный момент, самый интересный момент, кто же занял эти те самые три почетных места. Но у нас в этой возрастной категории их будет не три, а четыре. Так как одно из мест, не буду говорить какое, поделили два человека, потому что жюри, я скажу по секрету, заходил к ним в совещательную комнату, они очень спорили, но в итоге решили все-таки разделить главный приз, а точнее будет два этих приза. Ну, ты, мне кажется, сейчас уже всех запутал. Ничего страшного, сейчас все поймете. Итак, дорогие друзья, внимание, третье место получает Сурков Влад, школа номер 14, руководитель Коровина Людмила Петровна. Ваши аплодисменты. Аплодисменты, друзья. Второе место получает Михайловская Софья, дом культуры «Вперед», преподаватель «Кинсфатер» Мария Викторовна. Дипломом 12-го городского фестиваля детской песни «Праздник детства» за второе место награждается Райсих Ольга, дом культуры «Вперед». Ну и самый волнительный момент, кто же занял первое место в средней возрастной категории. Итак, дипломом за первое место награждается Неретина Олеся с песней «Хорошее настроение», детская школа искусств. Браво, друзья! Ну что ж, наши уважаемые участники, прямо сейчас мы раздали три призовых места, но мы напоминаем, что в конце общего фестивального дня, когда выступят все участники, кого-то из вас будут ждать еще специальные призы от жюри, а также главный приз фестиваля – это, конечно же, гран-при. Но этих победителей мы узнаем только после того, как наши уважаемые члены жюри отсмотрят всех участников и тогда примут свое большое объективное решение. Мы поздравляем вас за то, что вы приняли участие в 12-м городском фестивале детской эстрадной песни «Праздник детства». Награждаем вас бурными аплодисментами и ждем вас в следующем году. Спасибо, друзья! Уважаемые участники и педагоги, пожалуйста.